С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Представители ведущих российских туроператоров посвятили в северян. Большая делегация прибыла из Москвы и приступила к знакомству с Ненецким округом. Первым пунктом стал туристический культурный центр, где хранители национальных традиций показали гостеприимство по-ненецки. Переступить через тензей и ударить в бубен. Так, по поверью ненцев, приезжий человек приобщается к северу. Самодийцы – народ суеверный. Всевозможные обряды и приметы используют и по сей день. И не только в тундре, но и в туристических местах. Именно за самобытностью и национальным колоритом приехали в Ненецкий округ ведущие туроператоры России. Три дня они проведут в разных уголках региона, чтобы понять, чем может быть интересен Заполярный край туристу с большой земли. Программа включает посещение стойбища оленеводов, знакомство с жизнью кочевников, вертолетную экскурсию в Пустозерск, а также сплав на лодках в сопровождении опытных инструкторов и рыбалку. Гостям представят возможности гастрономического и промышленного туризма. Интересный очень край. Когда приезжаешь из Москвы, где сейчас почти 20 плюс в холода, понимаешь, насколько наша страна велика и многогранна, потому что совершенно другая природа, другие люди, все другое. Это очень интересно, это очень познавательно, это хочется знать, это хочется видеть, это хочется чувствовать. Ну, что интересно современному туристу из большой земли? Вот что он хочет, что ему нужно? Конечно, ваши индивидуальные вот эти вот, ну, культовые, обрядовые вещи какие-то, необычные какие-то, ну, этно, наверное, вот этот вот туризм какой-то, особенности какие-то, может быть, связанные там с оленеводством, да, с вашей культурой. Пятизвездочным отелем с системой «Все включено» сегодня удивишь уже не каждого туриста. Он все больше предпочитает индивидуальные и экзотические туры. Их готов предложить Ненецкий округ. Первая презентация прошла сразу же после встречи гостей. Сотрудники Департамента образования, культуры и спорта рассказали о природном и культурном потенциале, флоре и фауне региона. Непосредственное знакомство с туристическими продуктами пройдет во время ознакомительных выездов. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».